Всем привет! Сегодняшнее видео будет полезно не только резчикам, но и тем, кто вообще работает руками. Сегодня будет речь идти о перчатках. Буду их испытывать. Перчатки Сизамика российского производства. Так, ну вот на рабочем месте на своем. Две разновидности перчаток. Вот нож, мой рабочий нож, вот. Чтобы ни у кого не возникало сомнения, что он острый. И, в общем, защита требуется обычно у резчиков, она, конечно, требуется для левой руки, если человек правша режет, то есть потому что вырезает, держит вот так, может себе отрезать что-нибудь, промахнуться стамеской. Ну, то есть, кто режет, тот знает. Ну, как-то я работаю аккуратно, говорю, резался пару раз от силы, и то чуть-чуть за 10 лет работы вырезал я очень много изделий, потому что я зарабатываю сувенирами, изготовлением. Вот, но я часто режусь при бытовых каких-то работах, в подворье, там, строительство или наоборот разборка каких-то строений. Вот, и я часто режусь, когда особенно дело идет с жестью. Так, ну, в общем, пожалуй, начнем. Это кусок сала, он примерно по твердости равен ладошке, даже потверже немного. Немного порезалась на перчатке. Но смотрите, так, сейчас попробуем обычную перчатку. О, нашел убитую перчатку обычную. Посмотрим, как она будет. Сравним. Она, конечно, совершенно не защищает. Режется сразу. Ну, в общем-то, держит неплохо. Ну-ка, косичком. Так. Удар стамеской. Ну, стамеску, конечно, она вообще, вот. Даже сильно бью. Ни в какую. Стамеску, похоже, затупил. Потому что бил довольно-таки сильно. Вот видите, в общем, они износостойкие, эти перчатки. Ну вот, продрал. Ну, это кончиком я каким-то образом умудрился. Видите, что она острая. Держит, то есть, по крайней мере, при каких-то сильных острых ударах она защитит настолько, что вы не до кости пробьете, а может маленько кожу пораните. То есть он
все равно задержит. Порвал, конечно, жалко. Так, теперь посмотрим, что у нас это за перчатка такая. Стамеску держит прекрасно. Тонкую узкую не выдержала, пробил ее. Как насчет порезов? Ну, порезы вообще она держит замечательно. То есть сало у нас пострадало только вот в этой перчатке при сильных нажатиях, но немного пострадало, в общем. Так, сазамика. Это, кстати, русский производитель. Ну, вот эти перчатки, конечно. Ну, в них и работать можно, они, кстати, удобные. Они что эти, что вот эти, они удобные. Но вот эти, видимо, они еще и не промокаемые. Ну-ка, а наружная тыльная часть как? То есть, видите, конечно, это не панацея, но от порезов здорово защитит руки. Конечно, не стоит, когда в таких перчатках руки пихать в фрезы и в циркулярку, но от каких-то вот таких порезов защищает. Причем защищает здорово. Так, ну теперь немного почитаем описание. Перчатки трикотажные, бесшовные, с особо гибкой структурой, высокие тактикальные свойства, подвижность и беспрецедентный комфорт, не имеет ворса. Перчатки изготовлены из углеродного стекловолокна, крученного полиамида и полиэстера высокой плотности с добавлением высокопрочной нити дейнема или как-то. Новейшая технология вязания позволяет использовать данную модель перчаток в максимально сложных рабочих условиях, обеспечивая высочайшую производительность и максимальную защиту от порезов, разрывов и стирания. Предназначение. ЗИЦ-5 для легких и тяжелых работ. Применение ЗИЦ-5, автопромышленность, судостроение, металлургия, стекольные производства и так далее. Вот, кстати, со стеклом еще тоже здорово. Защитит неплохо. Проверка перед использованием. Если продукт поврежден, он не обеспечит оптимальный уровень защиты. Такой продукт следует утилизировать. Потому что, как видите, они и защищают на самом деле. И, в принципе, они удобные. Действительно, они удобные. И даже руку не стесняет, хоть здесь и есть резин, не резина, а что это за покрытие, не знаю. Но я не думаю, что это резина, это какой-то другой, потому что резина бы, она, естественно, бы разрезалась. А здесь он. Нож, наверное, затупил. То есть, видите. Но вот это точно затупил, потому что... Видите,
Так, ну это перчатки трикотажные с полиуретановым, полиуретановое покрытие. С полиуретановым покрытием, бесшовные, с особо гибкой структурой, высокие тактикальные свойства, подвижность и беспрецедентный комфорт. Не имеют ворса. Перчатки изготовлены из углеродного стекловолокна, крученного полиамида и полиэстера высокой плотности с добавлением высокопрочной нити динемо. Новейшая технология вязания позволяет использовать данную модель перчаток в максимально сложных рабочих условиях, обеспечивая высочайшую производительность и максимальную защиту от порезов, разрывов и стирания. Предназначение 655 для легких и тяжелых работ. Так, тут должно быть. Да, 655 маркировочка есть. Так, ну в общем, к какому выводу я пришел? Сейчас сразу. Вот эти перчатки на данный момент стоят 320 рублей. Вот эти перчатки стоят 280 рублей. В общем, говорю, это недорого. Потому что сейчас рабочие перчатки обычные стоят 100 рублей, тоненькие. Какие? Вот эти, конечно, лучше защищают. И покрытие здесь. В общем-то, конечно, они не настолько комфортные. Вот эти совсем уж они очень удобные перчатки. Но такую защиту, конечно, они не дают, как вот эти. Но как рабочие перчатки, что-то в них делать, в общем-то, они отличные будут, они износоустойчивые, и как бы все равно они предохраняют. Но, конечно, вот эти намного лучше по защите именно. Ну и в общем, они тоже удобные, и вполне тоже можно и работать, и защита у них все-таки покруче. Здесь единственное, вот, говорю, пробил ты стамеской тонкой. Ну тут сами понимаете, стамеска очень острая. И как бы площадь воздействия маленькая. То есть колющий удар такой получился. Поэтому пробил все-таки. А так она защищает замечательно. Так что все. Пожалуй, больше добавить нечего.